Ну что, начинаем готовить наш шоколадный маннин. Он будет стакан сахара, стакан манки. Перемешали и вливаем стакан теплой воды. Перемешиваем и оставляем минут на 30, чтобы набухла манка. Так, добавляем стакан муки, полстакана растительного масла. И добавляем 3 столовые ложки какао. Ну, все перемешиваем. И добавляем чайную ложку соды, гашеную уксусом. Ставим в духовку на 40 минут. Пока кекс будет выпекаться, мы сделаем глазурь шоколадную. 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки какао и 4 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. И теперь нужно будет добавить воду. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим. Ну, секунд 30-40. Чтобы запомнить, как делать эту глазурь, очень легко и просто. По порядку. 2 сахара, 3 какао, 4 масла, 5 воды. Теперь смазываем. Глазурью шоколадной. Давайте посыпем еще кокосом. Вот так вот.